Он являет то, что происходит сейчас в земной стране. Он как вестник оттуда, как вот такой друг, который спустился к нам, да, который подарен. Интересно, и он рассказывает, как там, вот повторяя своим цветом, да, вот созвучные очень строки песен он являет, да, вот, тоже благородство, огненность, какое-то устремление, такое пламень, что ли, сердце, открытость. И в то же время он так показывает, а как там в дивной стране? Он как житель, да, как там хорошо. Потому что вот это вот, ведь интересно, что он не только свое являет, он являет еще и, ну, свет дивной страны, что ли. Вот как бы его проводит. Потому что вот вызывает чувство вот этого, устремление благородства. Вот смотришь на него и хочется также подражать. Хочется выпрямиться, да, сердце такой торжественности вот этой вот. И, конечно, уже второй цветок, белоснежный, да. Вот это какое-то вот такое таинство, вот это вот что-то, к чему может сердце прикоснуться, вот именно поучиться уже, наверное, в раскрашивании или вот. Потому что он такой вот, он точно не смотришь, он не то, что таинственно, но он что-то в себе несет. То, что надо еще узнать. То, к чему надо еще прикоснуться, к чему дойти, что ли, постигнуть. И благодаря этому это огромное, конечно, благодаря, что есть пример и есть возможность самому туда пойти. Да, интересно, что здесь его действие запечатлено уже, вот он произвел, он расцвел, подарил. А благодаря рисунку, вот, черно-белой открытки, можно прикоснуться к его действию, именно к его действию самому. Это очень интересно. И само название об этом говорит: «В цветах оседает небо на земле». И вот это действие тоже, может быть, удастся больше понять, а как это, что это значит. Интересно, что благодаря, да, вот этому рисунку можно прикоснуться к его действию, подействовать так же, как он. То есть, что он излучает, да, что он в себе несет. Вот так же вот этот, ну, как перенести, что ли, на эту открытку, да? То есть, ну, именно сердцем, даже не столько карандашами, сколько вот такими чувствами. Чувствами, да. И вообще открывается понимание чувства и созвучие цвета. Вот, познание происходит это благодаря такому другу из дивной страны. Есть в самой песне, берут пример, есть те, кто берут пример с таких волшебных, замечательных героев. И здесь сам комплект вдохновляет брать пример. Вот смотрю на цвета, вариант, он что-то зажигает внутри, вдохновляет. Да? И вот она сразу возможность, так же, как он, постараться подействовать, чтобы небо на земле осело и вот здесь, в этом месте. Какое у него дело прекрасное, да? А его, конечно, название цвета, оно звучит как его действие. Триумфальный, желто-красный. Удивительно. Это, наверное, для раскрашивающего, как девиз. Наверное, как внутренний мотив. Вот. Именно к этому и можно прикоснуться. Что это такое? Как это? Слово-то какое? Да. Прекрасное. Триумфальный.